В Актобе выпал долгожданный снег. На усиленный режим работы перешли городские коммунальные службы. Очисткой снега занимаются представители 10 подрядных организаций. Задействованы 300 человек и 200 единиц техники. Анастасия Евсеева продолжит тему. Обильный снегопад, накрывший внезапно город, заставил коммунальные службы перейти на усиленный режим работы. Уборкой снега занимаются 10 подрядных организаций, каждая из которых отвечает за свой участок. Также задействовано 200 единиц спецтехники и свыше 300 рабочих. Кроме того, для борьбы с гололедом заготовлены инертные материалы. Запасено инертных материалов более 2000 тонн. Проводятся работы по погодным условиям, это условия посыпка песко-соляной смеси, солью, также песком. По словам синоптиков, в ближайшие дни погода будет снежной и морозной, потому стоит быть максимально осторожными. Снегоуборочная техника работает днем и ночью. Весь снег вывозится на полигоны. У нас 3 полигона, отметим, по городу определены. Это в районе Кирпичного автозаправки «Казмунайгаз», автоцона, также нашего городского полигона ТБО. Таким образом, все улицы находятся под бдительным контролем, и снежные завалы городу не страшны. Что же касается предпринимателей и владельцев частных домов, то тут сотрудники ЖКХ предупреждают. Они должны сами за свой счет вывозить снег со своей территории. Анастасия Евсеева, Галымжан Оронов, телеканал «Актюбе».